жил спокойно, был поклонником жестких видеоманга. Рубился в Sony PlayStation под незатейливые мелодии Вутанга. Но как бы невзначай подруга шепнула мне на ухо с утра: дружище, тебе точно это нужно? Подкачать бицуху пора. Затем подсунула мне в руку журнал с нормальными мужиками, вон из кожи лезущими, лишь бы их только педиками не назвали. Ага, и так я смотрю, что в этом журнале изучаю внимательно. Ясно, что если всех инструкций выполню старательно, то человеческие самки в основном молодые обязательно потомство от меня захотят явно или подсознательно. Уж точно этот журнал знает, как выглядит эталон. Библии моей станет он, сделает наконец меня мужиком. Знает, где взять миллион, вселюсь в элитный дом. Со мной моя королева внесет уют нежность своего любимца пушистика. Кастрированного кота, никак не поймущего, что с ним. Я ему объясню, яйца твои мешали поддерживать стиль убранства нашей квартиры, внутреннего ее комфорта, растущего, съедающего моих денег все больше с каждым годом. А ясно, ответил кот, вот дура природа, хозяин, тогда еще вырви мне когти, а то испорчу мебель ненароком. Сказано, сделано. Еще одно движение ближе к идиллии, но принцессу мою валил, когда на диван из крокодилии кожи произнесла вдруг она: все изменилось теперь со мной, веди себя как Микки Рурк в фильме 9,5 недель. 9,5 число с числами важное, что-то связано. Вспоминал я руками, двигая в том порядке, каком было указано. Так вспомнил, прощай навсегда, бейбы, я и забыл совсем. Ведь 6 у меня уже кончилось, и ведь всего-то их 7. Жизни у меня 7, они такие же, как дни в неделе. Но из них уже 6 пропукал, осталось, значит, воскресенье. Единственный следует вывод, мое любое поведение здесь становится вне обсуждения, да, вне обсуждения. Большая сила, у которой маленькая госзарплата, решила, что за это отомстить кому-то все-таки ведь как-то надо. Тут шел я, был схвачен, брошен к скромной дверце военкомата, но микрочип в моем среднем ухе дал знать, это первая ступень ада. По обратной стороне роговицы у меня строчкой бежит информация: опасность перед тобой, противник, у которого сублимация самой высокой степени, так что бесполезен с ним любой торг. Эти слова как бы подтверждая, комиссар выдал сильнейший монолог. Мне говорит: ты предатель, вот перед тобой приходил паренек. Он просил командира: обещай, когда 100% ожог получил, ногу взрывом оторвет, а затем ее фантом с ума сведет меня своей болью, а затем убьет. Обещай, что потом, как в конце американских фильмов про войну, обещай, майор, что мой гроб обязательно покрывать будет наш триколор. Вот он истинный патриот, а ты мне тут говоришь, что государство — это лишь иллюзия, претендующая на твое жизненное пространство. Вот так речь двояка зомби, значит, такой ответ возник у меня в руке предмет. Из него луч вырвался, гудящий свет, прыжок и только шорох шелковых одежд слышен, а сзади моя проблема, майор, распался на 4 раза равные части. Все, прячу меч обратно, но что это, врубился не сразу? Смех зловеще раздался, закровавленный на полу массы голос вещал: вижу, ты поклонник жестких видеоманга, небось хуячишь Sony PlayStation, вокальные звуки в танго. Вижу, тело твое подвержено дорогущей модификации, но помогут ли тебе все эти штуки в другой настоящей реальности? И вот за тем же столом тот же майор сидит, улыбаясь, но мне не страшно, у меня от врача справка о том, что идет 7-я. Жизни у меня 7, они такие же, как дни в неделе, но из них уже 6 профукал, осталось, значит, воскресенье. Единственный следует вывод: мое любое поведение здесь становится вне обсуждения. Да, вне обсуждения. Точное дать определение значению слова «свобода» никак не могу. Мешает антоним этого слова слово «работа», у которого друзья синонимы слова «забота», а также «зевота», а также «есть подруга», фраза «спутник», рано вставать неохота. Но в последнее время что-то на меня сильно носили родители. Что ж, придется идти устраиваться хотя бы каким-нибудь руководителем какого-нибудь концерна. Вот я сижу против менеджера, психолог крутой, он по лицу понял, что делал вчера я вечером. В общем, так говорит: на серьезно иметь эти должности не каждому дано справиться. Что себе рассказать вы можете? Как есть, отвечал я, поклонник жестких видеоманга, рублюсь в Sony PlayStation под незатейливые мелодии Вутанга. Привычек вредных нет, для дела есть только полезные. Накурен, когда и с ней мыслю, чем все ваши сотрудники трезвые приняли сразу меня. Где-то должен был расписаться я. Ну, начинается рутина, ушел от них, бумажная везде бюрократия. Что ж, пойду в отрасль, что несет позитивную миссию. Всего лишь для этого надо было найти мне диджейскую главную комиссию. На славу постарался перед ними я. Идеально сводил козырного певца Фикса Твина с ансамблем Ройч Бензомашин. К выходу вел меня сам председатель, сказав: от вашей концепции мы в восторге, но на одну шестую часть слушай другие тенденции. С собой довольный, все-таки кое-какую должность нашел. MC, мастер церемониала, сказать проще, болтун, пиздаболт.